Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я вас научу играть песню из дворовой классики, а именно группу Агата Кристи, песня «Как на войне». Оказалось, что я знаю эту песню, и мы ее с вами разберем, во-первых, саму песню, так еще и вступление к ней. То есть у вас есть вариант выучить тупо вступление отдельно и играть его, а можно выучить и вступление, и песню, и играть вступление, и песню, все логично. Обалденная песня, настоящий русский рок. Русский рок, русский рок. А немножко отвлеклась. Если ты впервые на моем канале, то, конечно, же на него подписаться, потому что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, ну и тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас, бери инструмент в руки и погнали учиться! Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне. Но я устал, окончен бой. Беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь. И не осталось ничего. А мы живем, и нам с тобою повезло. По своему содержанию песня супер простая, но мы начнем с вами со вступления, которое вы можете выучить, а можете не учить, дело ваше. Сначала первый кусочек, который у нас будет повторяться два раза. Мы сначала играем открытую вторую струну, далее мы играем первую струну, зажатую на седьмом ладу. И идем на третий лад и на второй. Получается... Далее мы играем четвертую струну открытую. Затем мы играем первую струну на десятом ладу, на восьмом и на седьмом. Получается все вместе. Далее мы также продолжаем с вами играть на первой струне. Мы играем пятый лад, третий, пятый, второй. Далее второй лад опять повторяется, третий, второй и открытая струна. Все вместе. Далее следующие такты, первые два. Также повторяется, как мы выучили с вами, то есть. Далее мы опять же повторим 5-3-5, но концовка у нас же с вами будет другая. Мы будем уже играть потом 7 лад, 11 и 12. Все это вместе в медленном темпе будет выглядеть следующим образом. А теперь вступление полностью. Разбор на укулеле. Теперь с вами разберем аккорды. Первый аккорд — аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее мы играем аккорд G, зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Третий аккорд — аккорд C, мы зажимаем первую струну на третьем ладу. И четвертый заключительный аккорд — аккорд E7. Зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую на втором. Все вместе. АМ, G, C, E7.
Вот эта последовательность аккордов повторяется и в куплете, и в припеве. Разбор на укулеле. Теперь, что касаемо боя. Бой у нас следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Его мы будем играть один раз на каждый аккорд. И получается... Итак, всю песню. А теперь со словами. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания. Тобой. Да, вы можете даже в конце сделать вот такой как бы переход на припев, сыграть Е7 и АМ одним ударом вниз. А можете также продолжать играть вот этот же самый с вами бой. Вот. А во втором куплете будет то же самое, абсолютно. Если вы хотите сделать переход между каким-нибудь куплетом и припевом, или между припевом и куплетом, наоборот, да, можете опять играть наше вступление-проигрыш, которое мы только что с вами выучили. В принципе, песня будет готова! Если был полезен этот разбор, обязательно не забудь поставить свой лайк, также написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну, а также не забывай, что ты можешь выучить любую песню из моего разбора, записать к себе в инстаграме и отметить мой аккаунт Даша Кирпич, и попадешь ко мне в сторис, все очень просто. Ну а если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то можешь подписаться на меня на Бусти, вот как уже эти делают ребята, за это им огромное спасибо. Кстати, они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но мне по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Вот это вот меня так бесит, вот эта вот штучка, вот эта вот лохма-петух. Я так и думала, что так и будет. Еще раз и...